The Lord Lucy also, they were so generous. Они были очень, как сказать, открыты руками его. То есть они были щедрые, очень щедрые. Generous. They have good quality. Очень хорошие качества есть. Perhaps best quality. Может быть, даже самое лучшее вообще качество человеческое. Да, our sultans good quality, but they are ajay. Султаны уровня благородности, чистоты. Королевской крови. And this best quality. Самое лучшее качество. Nothing matter. Я говорю, тоже чуть кушаю. This quality also best. Grandfather. Полезно. Петро. Петров? Петрович. 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 Вели Петр Делерона. А, Петр Первый. Ага. Питер, Питер, Питер. Петрович. Питер the Great. Солдат Русский. Not inside, outside. Снаружи игра была высокая, а внутри говорит, не очень далеко. Но он укрепил Россию сильно. Жесткий был. Queen. Famous. She was mother so many Charles. Мать царей, да? Катерина. Мать царей, да. I think he came to Cyprus also. Passing for она говорит, как-то поезжал. Путин шериф. She came through Cyprus. She came through Cyprus to Kudus. She went to Kudus. Jerusalem. Jerusalem. Heart. Richard. А, когда встречались с королем Ричардом английским. Saint Catherine. We have here. Ричард Лена Сердце, крестовый поход, когда? Лярнака. Здесь, говорит, даже есть место Святой Екатерины, это в честь нее было, здесь, вот здесь на Кипре есть место. Но... Even they are saying, Рухава Султан Катерина, Ай Катерина, Айос Катерина, they are visiting. There. Мой дед был, вот это место Святой Нежизи, Хава Султан, куда ты нам ездил, да? 40 years. 40 лет он рядом жил с этим местом. He was looking holy tomb of Hava Sultan. Он походил, посещая. And four times going on his walk, walking from Cyprus to Lebanon, Acre. Четыре раза, говорит, пешком ходил до Ливана. And then, going to Mecca. Ходил на Мекку, в Мекку. Так он путем проходил на хадж. Walking. Пешком. No cars. Без машин. No train. No place. Без трамвая. Все. Пешком ходил на хадж четыре раза. People, they are using camels. Люди говорят на верблюдах. Or they are loading and they are riding on it. My grandfather never riding. No. Один говорит, всегда пешком ходил, даже на верблюдах. Four times. Четыре раза ходил в Мекку. Going home. Туда и обратно. С Кипра. С Кипра. Машаллах. The history of those stones. История этого камня. I saw it in library, old library for Tekke. Я видел в старых документах. В старых документах этого места. Там были документы. A book handwriting. Старую книгу увидел. How happened this? Как эта история с камнем? Как этот камень висит? On her tomb. Почему он висит на ней? She was coming. Она приходила. From Hijaz. Пришла через из Мекки, потому что она родственница пророка. And reaching. Пришла. Сайда.
Сайда. Сайда. In South Lebanon. А, дошла до города Сайда, это южный. Лиман дорог. Evet, it's port. A harbor port. Портовый город. Yes. Mm-hmm. She coming and konuyor şeye rahibelerin olduğu yer. Monastery of women. Ah, oh, well. She was coming and that rahibe nun. И монашки? Chief. Chief. Run. Главная монахиня вышла на встречу. She was welcoming. И она говорит, добро пожаловать. Her. And she was showing her garden. И она пошла показать свой сад. And Hava Sultan also looking. Она пошла, начала смотреть на сад. She saw there three rocks. И она увидела там три камня в этом огороде. That even winds not carry now. Crane. I like them. Мне нравятся эти камни. Понравились. Can you sell to me? Можешь ли ты продать мне эти камни? She was saying, oh. Она пришла в изумление. It is my gift to you. Ты говоришь, подарок? Зачем ты продавал? Баушады. Заберите. Кому гифт? Nothing, no clay that time. Никого even clay not can carry. Как же она заберет? She said, this is Hediyambi. A gift. Present. My gift. Ты подарок заберите. She said, Hava Sultan, I accept. Я принимаю, спасибо вам за подарок. When I am in need, I shall carry. Когда мне он понадобится, я его возьму с собой, этот камень. She was Christian. The nun. Yeah, nun. Христианка была, монахиня. It is for you. Never thinking power of heavens. Она даже не знала, что есть сила и мощь, которая в ней. If dressing may carry world up. Если, говорит, духовная сила пришла сверху, то можно весь мир поднять этой силой. Это физическая, не физическая сила. Не имеет значения. She said, thank you. Спасибо. When it is a money. She trusted the stone there, yes, to keep it there. Keep it. When I have been in need, I shall bring it. I shall carry. Subhanallah, she was coming here. On a they reached. She was asking that lake, according to the traditions, lake was a wine garden. A vineyard. Grape. Vinegar. Vineyard. Виноградник. Vineyard. Yes. Grape field. Yes. She came to the grave, yeah? Yes. The salt lake. Lake. Before the lake, it was all grapes. Они проходили через виноградники до озера, соленого озера. She was coming, and she looked and asking from owner, please give me one. Дайте, говорит, одну, она попросила. One grape. Можно, говорит, одну кисть виноградную лозу. Yeah. This according our traditions. Это мы знаем, это через традиции. She said, I can't.
Хозяин отказался. Не дал. And she said to her, I will pay to you. Давайте, я, говорит, куплю тогда. Because they are coming and she was thirsty. Она пить хотела, и не было воды. She said, no, I am not giving. Хозяин отказался, все, не продал. Then taking Hava Sultan this needle that they are putting, из головы вытащила брошку, throwing it down, кинула на землю. This garden may be like a thorn. Nothing there. Nothing will remain there except thorns. И ничего, говорит, ну как бы так помолилась. Thorns and buzzards. Человек become salty. Жадный, не мог поделиться даже. У него, говорит, был море, говорит, виноградников. Он отказался даже продать. Not giving. Бросила, говорит, и все, говорит, пусть будет такое сад, ничего не будет. Субханаллах. И, говорит, сейчас там вот это сухое место. That time up today, it is lake of salt. До сих пор это соленое озеро, говорит, мертвое. And you can't find such a is tasteful salt. Salt. И, говорит, самая вкусная соль, говорит, оттуда идет. And she was passing away. И она прошла это a little more, and her mule perhaps one snake. And may he lay this, and she was falling. Она была на ослике, и у нее, скорее всего, говорит, змея, говорит, укусила, потому что такие места было, и осел упал. She was falling on her neck. Она, говорит, упала на neck. Шею. Mm-hmm. Broken and shahid. Martyr. И погибла прям там, то есть умерла мученица. Shahid. Martyr. Shahid. And she was putting her stick like this. И она воткнула вот этот палку. Subhanallah. What you are looking, seeing outside there, Harnu, Karob tree. Karob tree. А вот это по кругу. Subhanallah. From that day up to today. С того дня до сегодняшнего, 1500 лет. Yet living. Живет. Все вокруг мертвого, а это место. They are growing not 1400 years. 1400 лет, говорит, все, что мы помним, это традиционно, говорят, там ничего никогда не росло. Все было мертво. Then, где пучок, где растет. She was falling, broken neck, поломала, конечно, and и умерла прям там. Subhanallah. Same night. В ту же ночь. Just Ruye. It was seen. People looking, seeing. Было много свидетелей, они это увидели. These three rocks. Эти три камня. Кудратуллах. By divine power. Мощью силой небес, как бы поддержка. Coming, getting up. Поднялись в воздух. Coming on water. Surface. Легли на воду, как корабль. Coming one of them on her head side. Один камень лег рядом, где голова. Second, right side. Feet. Другое, this со стороны side. Ног. Камень лег. And third one, like this. Этот сверху. Standing. Третий. Without support. Повис воздух. Тяжелый, огромный. Yet it is on same position. До сих пор на том же месте они остались, никто их не видел. And so many people when they are coming and say. Люди, говорят, приходили, с ума сходили, когда видели этот камень, который висел. Therefore, putting. Поэтому они поставили стены, чтобы как бы выглядело, как будто это подняли. Curtains.
и поставили завес. Мы там были. Я и вижу. Такой толщины, он внутри мечети. Внутри мечети, где гробницу. Пожалуйста, и чистый. 15-20 тонн. Да. Up to date. До недавнего времени, просто, когда он просто болтался, люди были в шоке. Лет 30 назад поставили эту стенку. It was open. Открыто было. Before, but when some people coming and pregnant woman. Когда, говорят, беременные женщины приходили, видели это, они, ну, в общем, шок просто выкидыш были, поэтому они поставили. Putting perde. Curtains. Поэтому поставили занавески, которые... Perde, perde. Always that wood is smelling coming. И там, говорят, очень запах постоянно от меня загромится. My grandfather, he was... Her, his mat. Service. 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 Ее дед служил ей, то есть, ну, как служил, служил, чистил и так далее. Следил. Every time opening. Каждый раз, когда он открывал, After midnight. После полуночи. Nearby to. Рядом с. Дом. When he was coming and opening, looking, Allah Sultan there is Mimbar. She had two flags. Green flags, like this, like that, from two sides. He was seeing that Sultan was sitting and is standing up, getting in through window. This member. She was sitting here, and her flag here. Uh-huh. This. There's a window there. Yes. Wall. There was the. Она сидела с правой стороны, рядом window, прямо напротив. Она под флагом сидела. Window like this. И она проходила через решетку, выходила на улицу. Uh-huh. Standing up. Привставала. Entering. Проходила to her makam. И заходила, потому что нам надо через улицу пройти, попасть себе в гробницу. My grandfather looking. Мой дед много раз это видел. Рассказывал. On the no one such things. Сейчас, говорят, такого люди не готовы услышать, если они будут рассказывать. Then Eskijui, old woman. He's an old timer, therefore he knows such stories. I was a small one. I am going there with my power. For every Eid. Каждый Eid праздник. And there was Sheikh. Там был Шейх. There. For Eid, the third day, coming, His Excellency Governor, third day, people coming for visiting Allah Sultan. And His Excellency Governor coming, giving a feast. И губернатор приходил и накрыл стол, всех угощал. And therefore, my father was looking for that feast through Avgaf office, taking me, taking me because I was the smallest. Как бы смотрящему, он следил за порядком и кормил людей, и он его с собой постоянно брал. Yes, I am the smallest.
that I am a small one. You are a maniac. The sheikh, I am kissing his son and giving to me one piaster for Eid. Праздник. Байрамлык бир гуруш. One piaster for feast. Very good. Very good money. Хватало бертенге. Окса. Бертенге. Бертенге. From there I am knowing and going to for are visiting Sheikh Abani, giving me a piaster. One piaster. Enough. They are visiting and people eating, making sheep cutting. Slaughtering big pots. If Чача was sitting in it, it is enough. Там сидел, говорит, для него тоже хватило. Big one. Много. I was very happy. Много радости. That shape. Then I'm getting going out, coming and finding him same wazifa. Servant for Makam. Mm-hmm. And he was putting me imam. He passed away. Потом умер, это был... Мухаммад Расулуллах. Thank you for His Excellency President giving honor to my poor place. Спасибо, что посетили нас в моем бедном доме. He is wasting his time, precious time, to visit me, and it is honor, something eating and hearing from me. Allah gives him His Excellency much more power. Пусть Аллах дарует тебе намного больше сил. Much more power. Намного больше сил. Seven big nations coming into Islam when Jesus Christ coming down. Семь крупнейших государств мира примут ислам, когда Христос придет, второе пришествие Христа. Correcting their wrong. Beliefs. Неправильное верование, то есть все, что неправильно, все перевернет. And they are coming, inshallah, to be Muslims. Seven big nations. First of all, Russian nation. Самое крупное государство России будет примет ислам поголовно. Right. С приходом Христа. Their origin, Huns, and from people, Hami. Hans. Ham. Yeah, powerful. Powerful people. Mashallah, on horse. On horses. Without wind, your horses flying. Лошади, говорит, без крыльев будут летать. May Allah grant to you. Пусть Аллах дарует. Now, Taharukat. Moving, shaking. Movement. Начинаются сейчас большие изменения. Очень большие изменения. And it is a preparation. Все, как
for идет подготовка welcoming Jesus Christ coming from up on earth. Подготовка к приходу Христа идет везде. And he is going to put turban. Он придет on his head. С челмой будет. And he never used a sword. До этого он никогда не coming with sword. А в этот раз он с мечом придет. До этого ему было запрещено меч брать в руки. Иншаллах, you should see. Вы доживете. Иншаллах. До его времен доживете. Иншаллах. Фатиха. Держите наше время.